Хотя сочинец и не состоял на учете в наркодиспансере, но регулярно курил марихуану. Об этом стало известно оперативникам. Наркополицейские наведались в квартиру подозреваемого на улице Красноармейской. В ходе осмотра комнаты были обнаружены 16 спичечных коробков, заполненных растительным веществом серо-зеленого цвета. Их мужчина завернул в полиэтиленовый пакет и прятал в кармане куртки. Найденный дурман был изъят и направлен на исследование. Экспертиза подтвердила, что это марихуана. Общий вес изъятого – 36 граммов. В отношении жителя курорта было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотического средства». Сейчас расследование завершено, материалы передаются в суд. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.